разрешите вас поздравить, поблагодарить вас за такой самоотверженный, доблестный труд, многолетний труд. Приятно очень видеть таких красивых женщин на страже здоровья наших сограждан. Почетной грамотой и денежной премией были отмечены три медсестры. Среди них Айбика Маазова, медрегистратор, когда-то была санитаркой. Служит в больнице с момента строительства Черкесской гидроэлектростанции. Именно тогда часто с травмами поступали люди, которые возводили ГЭС. Приходилось помогать хирургам и ортопедам. Ажина Сибова, медсестра центрального стерилизовочного кабинета, работает с 1970 года. Была медицинской сестрой в детском, родильном отделении хирургии и терапии. Воспитала троих детей. Один из них тоже стал врачом, стоматологом. И вот эти цветы тоже вам. Я вам желаю до 80 лет, чтобы вы работали вот так. Я сегодня к вам в гости с таким поздравлением. Вы, наверное... Спасибо вам огромное за то, что нас сюда приехали. Асият Юнусова работает в медицине почти 50 лет. Была школьной медсестрой, трудилась в роддоме. С 90-х была рентген-лаборантом. И вот уже более 30 лет медсестра ЭКГ. По словам председателя профсоюза работников здравоохранения Зумруд Бучаевой, эти три женщины доказали, что профессия врача – это профессия от Бога. Героизм – синоним их труда. Медсестрам приходилось выхаживать более 20 детей в отделении, когда рядом не было матерей-малышей. Данное мероприятие мы проводим в рамках профсоюзной программы «Забота». Программа инициирована Республиканским комитетом именно для того, чтобы вспомнить наших медицинских работников, наших коллег, которые долгие годы, свыше 50 лет, служили верой и правдой, самоотверженно трудились на передовой, защищая здоровье наших жителей, жителей нашей республики. И у меня появилась абсолютная уверенность, что здравоохранению республики быть и цвесть. Наша первичная профсоюзная организация находится в постоянном контакте с Ресткомом профсоюза Республики Дагестан. Особенную помощь мы почувствовали в период пандемии, когда Ресткомом профсоюза Республики оказала очень большую помощь нашим медработникам при выделении путевок на санаторно-курортное лечение, а также при получении ковидных выплат. Сегодня они посетили наш поселок, наградили наших ветеранов. Огромное спасибо им за поддержку. Надеемся, что роль профсоюза на этом фоне будет еще и выше подниматься. Лариана Шамхалаева, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Казбековский район.